Приветствую, с вами Антикэп, и сейчас я вам расскажу о сериале 11-22-63. Как только увидел эти волшебные цифры, понял, что стоит обратить пристальное внимание на этот сериал. Как оказалось, чуйка не прогадала, потому что сценарий написал Стивен Кинг. И все снято по его произведению. Ну а как мы все знаем, Кинг крут. Сериал получился не растянутым, завершенным и комплексным. Между прочим, этих аспектов часто не хватает современным франшизам. Событий происходят много, они сжаты, мы не скучаем, но при этом мы видим разнообразие. Ну и конечно же никакого надоедания. Хочу отметить удачный каст актеров. Джеймс Франко никогда не был для меня драматическим актером, но здесь он раскрылся в другом амплуа. Ну и я был этому приятно удивлен. Разносторонний талант актера — это только плюс. Но конечно же мне больше понравилась его подружка. Сара Гадден просто сногсшибательно выглядит. Я ее хорошо запомнил после последнего фильма о Дракуле. Ну а здесь так вообще смотришь и любуешься. Как вы все знаете, сериалы благодаря количеству времени и количеству серий позволяют комплексно раскрыть всех персонажей, которые задействованы. И учитывая, что у нас играют такие шикарные актеры, на это просто хочется смотреть еще и еще. Позитивные моменты сериала заставляют улыбаться и радоваться за персонажей. Но когда случаются какие-то неприятности, так реально переживаешь, думаешь, как же они выкрутятся, что же происходит, как там что. И это все благодаря эмоциям, благодаря напряжению, которые умело смогли выстроить оператор, там режиссер, сценарист, ну и естественно актеры. А все почему? Потому что непростая история, потому что это не обыденная там фигня, там месть, любовь, какие-то убийства и тому подобное. Глобальная цель. Естественно, в такой истории есть и непредсказуемость. Актеры отлично передают эмоции своих персонажей, особенно там в напряженных каких-то моментах, переживаниях, раздумьях и тому подобное. Читаешь как открытую книгу. У сериала отличная подача и визуальный ряд. Хочется сказать, что очень качественно отобразили вот стиль эпохи, саму эпоху. Одежда, музыка, машины, там куча машин раритетных просто. Это сколько усилий надо было потратить. За каждым персонажем скрывается своя история, и он далеко не такой однозначный, как на первый взгляд. История выстроена так, что ты не можешь быть уверенным на два шага или на один даже вперед, потому что все сделано очень грамотно и качественно. Как вишенка на торте, у нас очень достойный и необычный финал, который, если задуматься, не такой очевидный, как можно подумать. Когда посмотрите, задумайтесь о выборе главного героя. Там не все так просто. Из маломальских минусов могу лишь отметить нераскрытые последствия первоначального выбора героя. Вот так вот бесспойлерно попытался сказать. Когда увидите, поймете, о чем я. Очень хотелось бы узнать немножко альтернативного всего. Ну вы поняли, о чем я, да? В общем, сериал просто отличный. Для тех, кто любит Кинга, кто любит интересные истории, качественные персонажи. Да и в принципе его можно каждому рекомендовать. Он не настолько большой, чтобы его пропустить мимо. Спасибо за просмотр. Увидимся.